7 золотых медалей завоевали спортсмены Дагестана на первенстве России по джиу-джитсу. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Победители будут представлять страну на чемпионате и первенстве Европы. Пройдут они уже в мае в Израиле. Подробности в сюжете Дана Шугу. Эта медаль и диплом – пока самые значимые достижения в небольшой спортивной карьере Мурада Джапарова. Получил он их за победу на первенстве России в Санкт-Петербурге. А еще в его активе первое место в 2019 году на первенстве страны по грэпплингу. 4 схватки провел, 2 досрочно, 2 по баллам. Мне надо было перевести его в партер и по баллам, или по удушающим закончить по-быстрому. Второй турнир по джиу-джитсу в своей спортивной карьере выиграл Тимур Беспалов. В прошлом году он стал чемпионом всероссийского турнира в Москве, а теперь покорил вершину первенства в Санкт-Петербурге. Там я провел 5 схваток. Ну, все соперники, конечно, были тяжелые. Я выиграл 2 схватки досрочно, а 3 по баллам. Одержать верх над своими соперниками удалось еще 5 спортсменам нашей республики. Всего же в соревнованиях участвовали более 900 спортсменов из 40 регионов страны. Я очень доволен тем, что ребята наши не подвели, не подкачали, проявили характер. Факт того, что ребята заработали, стали медалистами, финалистами первенства России, чемпионата России, само собой уже говорит о том, что ребята на хорошем уровне. Впереди у джитсеров Дагестана чемпионаты первенства Европы. Пройдут они в мае в Израиле. Дан Шугом, Ибрагим Магомедов. Время новостей. Каспийск.